Вы смотрите видео об отеле Domingo Palace. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Domingo Palace расположен в стране Чехия в регионе Прага и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Отель расположен на границе Праги 1 и Праги 2. В 5 минутах ходьбы от Вацлавской площади и Национального музея. Отель расположен в самом сердце Праги, вблизи Национального музея. Его элегантные номера позволяют ощутить атмосферу другой эпохи. Ресторан Domingo, безусловно, является одним из самых популярных в Праге. Ресторан работает с 1886 года и является одним из старейших ресторанов в Праге, славится своей великолепной кухней и искрящейся атмосферой. Также Domingo Palace имеет хорошее транспортное сообщение с выставочным и деловым центрами Праги, аэропортом. Отель находится всего в нескольких шагах от главных исторических достопримечательностей и совсем близко к современным торговым центрам города. На территории отеля имеется, к услугам, массаж, прачечная, лимузин-сервис, обмен валюты, химчистка, камера для хранения багажа. В номерах есть, в отеле 31 номер, стандартные двухместные и одноместные номера. Все номера и апартаменты в отеле были разработаны лучшими итальянскими дизайнерами. Каждый номер великолепно оснащен и прекрасно меблирован. В оснащение всех номеров входит телефон, будильник, LCD-телевизор, радио, высокоскоростной интернет. Номерной фонд отеля состоит из Junior Suite, Superior with Extra Bed, Superior Room. Год постройки гостиницы – 1888. Год, когда был сделан последний ремонт – 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.